Очередной Собиновский фестиваль собирает любителей русской музыки. Программа уже давно стала известна публике. Золотой век русской классики. Это и Бородин, и Чайковский, и Глазунов. В рамках фестиваля посетителей ждут оперы, балеты и конкурсы вокалистов. Новый балет, который поставил наш театр, и будут наши солисты танцевать. И хорошие приглашенные из Большого театра на балет на Лебединой, на Щелкунчик приезжают известные балерины и танцовщик. Открывает фестиваль симфонический оркестр Саратовского театра оперы и балета под руководством Юрия Кочнева. Для первого концерта выбрали Римского-Корсакова, Мусоргского и Глазунова. Однако главное открытие фестиваля даже не в их произведениях. Изюминка Собиновского – это две премьеры – опера «Князь Игорь Бородина» и балет Раймонда Глазунова. Собиновский фестиваль получился потому, что две премьеры сезона были две капитальные работы русской музыки. И раз они легли в основу, как-то так получилось, что и весь фестиваль уже вот он пошел в эту сторону. Еще одна изюминка фестиваля, хотя и не премьера, полное музыкальное сопровождение пьесы «Царь иудейский». Музыку сочинил Глазунов. В рамках Собиновского состоится первое сценическое воплощение этой пьесы. Увидят зрителей классику, например, «Лебединое озеро» и «Евгения Онегина». Завершится фестиваль 3 июня. Станислав Жижин, Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.